Так. Сказал бедняк, да? Иглы, эти киглы. Подружек маловато пока что, кстати. Сразу будем брать с собой, да? Так. Эпик. Вообще, где я их? Епики не у меня случаем, а не у меня уже, я подготовился, все. Все окей. Идем искать епик птеродонтов. Так, мы хоть что-то снесли, пока я на кухне там тусовался. Алло. Ну. Пока ничего. Пока не тялось, да? Стесняюсь. Я вам, бляха, постесняюсь. Ладно. Эпик птеродон. Где я был? Может, там посмотрим эпик птеров? Давай туда занырнем. Я не помню, я фотку-то сделал или нет? Тормаживает-то. Неужели тогда хоть наживки появилось? А вот теперь да, есть. Так. Для начала просто посмотрим. Восемнадцать на 18 есть. Много там. Так. Та-ра-рам-та-р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 а-
да. Удачно так заплыл. Так, не знаю для чего, но это все мне когда-нибудь пригодится. Так, плавники тоже. Жемчуг нет. Так, у винтовки-то у меня чертежи есть хорошие, дешевые. Да твою ж дивизию, что за... Это у меня сегодня интернет опять прыгает, бля. Ой, достало уже. Да уж. Интернет прыгает, ну вот видишь, хоть народу мало, хорошо. И запасная броня у меня есть. В принципе, не смертельно. Так, мне нужно вот это. Так, я вообще сейчас на каких координатах?
979 такого. Мне чуть побольше китлов надо. А яйца-то у меня есть, на чуть побольше. Ответ был очевиден, нет. Надо искать послабже, да? У меня яиц-то нет. Поищем, короче, птеров послабже. Неприятно. Ничего не поделаешь. Чё вы не несетесь-то, а? Алло. Сорёте. Ну, блин, ладно, пошли искать. Кого попроще? По одному, чтобы китлу было. А нахрена мне вообще топовые? У меня такой вопрос. Так, вот есть 270, так, 24 на 16. 4 на 16. Сейчас заберем.
ладно, тыпаемся хоум. Потерю мы ту нашли. В принципе, да. Его сюда реально сейчас запаркуют и все. Так. Понептик. Черным за седло нужно, вот интересно. Очень-очень любопытно стало. Так. Просто металл нужен? Ладно. Попытно даже стало. Просто металл. Терсе, два раз, два, три, четыре. Давай сделаем сразу запасом. Так, эпик птера. Не достает. Вот это мне что-то интересное стало. Так. Ты давай не прикалывайся. Кажется, видел, что было уже эпик яйцо. Эпик-то, да? Вот было эпик яйцо. Не было. Так, в принципе, это девочка. Так что нестись должна. Thank you.
Как ее прет-то, она несушка номер один. Ладно, Рекса потом заберем. Ой, он же сам хочет криокамеру, да? Я там сейчас клонирую. Что-то мне даже интересно стало. А, тоже пригодится. Чему нет? Вы вообще нестись не хотите. Что одни, блин, что вторые. Двигайся, дебил. Орёт он там довольный. Пиздец просто. От испуга или от старания, вот мне интересно. В принципе, мне хватит на всех. Почему он фузит? Я хотел эпик. Застроенный у меня сегодня будет денечек, да? Но вообще-то, что изначально я планировал, я сделал почему-то сейчас. Хотя я не думал, что это буду делать на запись, но не на запись сделаю. Так, чувак. И буду слышать в последнее время. Этот стеной огородиться, да и нафиг. Так, это мы сделали, это мы сделали. Ну что остается-то? Кира для разведки у нас тоже есть. В принципе, он сохраняется.
паранойя. Я думал, он не здесь будет. Что-то он не хочет. Это он или она? Это она. Почему они несутся? Вот в чем вопрос. Да. Так. А теперь у нас все будет интереснее. Нам нужен дракон, да? Так, я что-то так прикинул. Давай-ка я немножечко побольше сделаю босс трибьютов. 4 штучки. И... Сейчас заскриншотил я уже, где драконы находятся. А хотя давай покажу еще раз, заскриншотю. Так, вот дракона у нас. Дракошки, дракошки. 150-120 левел, да плевать какой левел. Так, 74-41, да? Это ближе всего. Легко улететь. Сейчас надо хилки ложить. Я вижу, да?
посмотрел. Ты какой тут нахрен пол? 65 на 54. Бронированная скотина. Thank you.
какого ж хрена-то? Полезного я не взял. И как мне брать эту босс эссенцию, так и непонятно. Ничего не перепало. Эта сволочь Птера не сгрызла случаем?
Гилит Примордиус Селект Стел Драга. Инфекта птера мой один скопытился. Я понял. А сумочку-то хоть можно вернуть? Я чувствую, она уже пропала. Бой был не такой неплохо. Вот яйцо осталось. Или это не от него? Блин. Все, и сумочки нету даже. Да. Ой, погудели, погуляли, так сказать, да? Ладно. Продолжим в следующей серии, народ. Веселуха.